Подсудимый обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни. 1 мая 2018 года молодой человек, находясь в комиссионном магазине, с помощью молотка нанес телесные повреждения охраннику данного комиссионного магазина и с места совершения преступления в последующем скрылся. Ну, в результате полученных травм у потерпевшего образовались тяжкие последствия. Также в судебном заседании были исследованы доказательства. Подсудимый вину в инкриминированном преступлении не признал. Но установление личности подозреваемого в этом дерзком преступлении понадобилось несколько месяцев. Нападавший был в маске. Прокуратуре города были представлены доказательства о причастности подсудимого в совершении данного преступления. Есть видеосъемка нападения. Сторона обвинения заявляет, что совпадает характерная татуировка на левой руке, плюс опознание пострадавшего охранника и пеленгация сотового телефона. Но подсудимый вину свою не признает. Ваша честь, я очень прошу, будьте справедливы, клянусь вам, я не совершал преступление, в котором меня обвиняют. Я не способен на такое. Суд вынес обвинительный приговор. 5,5 лет лишения свободы. Арина Макарова, Анжелика Барвинок. Наше время.